чемпионат Анапы в составе сборной Кубани выступали два брата – Аганес и Эдуард Овсепян. Аганес занял второе место, проведя блестящий поединок длительностью всего 32 секунды. Короткая атака и болевой прием вывел спортсмена на вторую ступень пьедестала. Эдуард уступил противнику, взяв бронзовую медаль. Вообще команда Краснодарского края по уровню подготовки сильно отличалась от остальных регионов. Об этом говорит командный зачет. Кубанцы завоевали 16 медалей в общем зачете, больше всех остальных команд. Вадим Родин, Анапа регион.